Что это было? Привет, друзья, с вами Баш. Мы начинаем. Да, тут какая-то картинка была, неважно. Просто, да, это Биошок, он залагивает. Не обращайте внимания. На помощь! Помогите! Ему больно! Живи, живи, мистер Би! Нельзя терять время! Я уже забыл, какая она ненормальная, эта девчонка. Еще раз сохранимся. Собаки тлают. Летсплей надо все записывать. Быстрее, быстрее, мистер Бабл! Серьезно? Ты опять начинаешь? Зачем они вообще добавили эти сборы? Они такие долгие, она 3 часа дрой. Быстрее, мистер Би. Я вижу, как ангелы танцуют на небе. С этими лимонами? Черт возьми, а. Be faster, please. Не порезали! Иди сюда! Сейчас тебе порежу. Ангелы ждут наших поцелуев. Мне нравилось лечить девчонок. Защищать девчонок мне не нравится. Ну так собирайся, если пора. Я хочу спать, мистер Би. Не копайтесь, мистер Би. Ангелы не ждут, капуш. Хватит. Быстрее, мистер Би. Я всё, вижу, валим. Как ангелы танцуют на небе. Сохранимся еще раз. Мне же не придется с тобой драться, не так ли? Я тебя ненавижу. Живи, живи, мистер Би. Нельзя терять время. Это точно. Погнали. Пусть уж лучше девочки будут с тобой. Лучше с тобой, чем в одиночестве. Быстрее, одни в пугающей темноте. Ангел ждут наших под... Куда тебе это надо идти? Целуев. Сюда? Пора идти, мистер Би. Я хочу спать, мистер Би. Пойдем, 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 пойдем. Быстрее, мистер Би. Ангелы ждут наших поцелуев. Не копайтесь, мистер Би. Ангелы не ждут капуш. Но мне нужно больше. Больше. Последнее помещение. Наконец-то. Сколько меня хватит? Вали уже свою трубу. И возвращайся. Фонтейн уже рядом. Ты почти у цели. Быстрее, мистер Би. Я вижу, как ангелы танцуют на ней. Картечь. Нет, аптечка, да. Нет, 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 нет. Нет, вот это может быть, да, но мне. Нет. Да. Время спать, ангелочек. Все, сваливаешь. Наконец. Нельзя терять время. Задание выполнено. Так, используй иглу сестричек, чтобы выжать весь Адам у Фонтейна. Это единственный способ справиться с ним. Окей. Попробуем. Фонтейн ждет наверху. Пути назад нет. Так что будь уверен, что готов разделаться с ним. Я не дослушаю ее. Славненько. Фонтейн называется глава. Помню, как мы с немкой запихнули тебя в подлодку.
Большая арена. Ты был моим тузом в рукаве и одновременно был мне почти как сын. Вот почему это так больно. Предательство, малыш. Жизнь — это не только бизнес. Еще одно сохранение. Выглядит это, мягко говоря, не очень. Ну да ладно. А мне клешню не дали папочкину? Как я буду воевать? Давай, быстрее ударь его иглой. Сейчас ударю. Как тебя ударить? Ай-яй-яй. Давай сюда, недоумок. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Давай сюда, недоумок. Ой-ой-ой. А мне тебя убивать надо как-нибудь? Как мне с тобой бороться? Думаешь? Ты же неадекватный. Давай сюда, недоумок. Акустический удар, это телекинез? Сам кушай свои фаерболы. Сюда, недоумок. Давай сюда, недоумок. Давай сюда, недоумок. Come to me. Ай. Давай, давай, в воду. Ты ничтожество. Иди сюда. Да черт возьми, а. Я тебя раздавлю. Я тебе верю. Хватайте его, мистер Пи. Окей, окей, ты в воде. Да не работает, как его убивать? Дайте мне задание. Фонтейн накачал себе огромную дозу ада. Иисус увидит ее адом. Когда он выходит, вернется, то если его ослабить. Как мне его ослабить? Пушками? Ну-ка иди сюда. You better die. Давай сюда, недоумок. О-о-о, осторожно. Сюда, недоумок. Ай-яй. 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 Вали в свою долбанную камеру. Ты ничтожество. Ты трус. Я тебя раздавлю! Перезарядись, пожалуйста. Сейчас отдышусь, потом я тебя закопаю. F8, F8 сохранения не работают. Давай сюда, недоумок. Держи. Думаешь, я один в этом мире? У меня хватит громил, чтобы прикрыть спину, пока я подзаряжаюсь. Вот тебе! У меня есть определенное количество проблем. Тут аптечек нигде нету. Кто стреляет в меня? Убери, пожалуйста. Дайте аптечку. Я вас прошу. Я тебя раздавлю. Думаешь, это все? Тут есть аптечки или нету? Тут есть аптечка и есть вот этот хрень. Да я еще и не начинал. Окей, ладно, выкачиваем. Тут мне нечем его убивать. Сюда, недоумок. Смотрим, смотрим, смотрим. Шняга какая-то. Давай сюда, недоумок. У меня очень мало здоровья. Мне просто охренеть, как мало здоровья. Черт возьми. Вот оно. Давай сюда, недоумок. Ты ничтожество. Так, мины остались.
Погоди минутку, а потом я тебя на наживку порежу. Я рад, что ты это сделаешь. Только давай я тебя сначала Адам выкачу. Наконец-то. Что это у нас? Выглядит как долбанный Аполлон. Я тебя создал. Я отправил тебя наверх. Потом вернул тебя, показал тебе, кто ты есть и на что ты способен. Даже та жизнь, которую ты считал своей, это я ее сочинил и вложил тебе в голову. Но если ты мне скажешь, что это не семья, то я не знаю, что это такое. А теперь... Давай, давай! Злой дядя забрал своего ангела. Злой дядя ушел. Он плохой. Ты какой-то металлический мутант. Серьезно, это конец? Они предложили тебе свой город. И ты отказался. Что же ты выбрал? То, чего они ждали от тебя. Ты спас их. Ты дал им то, что у них похитили. Ты дал им шанс, возможность учиться, найти любовь. Я сейчас расплачусь, не надо, пожалуйста. Жить. И что ты получил в награду? Ты так и не сказал, но я догадываюсь, ты обрел семью. Нет. А где титры? Серьезно? Я прошел игру. Неужели такое бывает? Ребят, по всей видимости, у нас хэппи-энд, и главный персонаж, которому было навязано, что у него есть семья. У него ее нет, но он ее приобрел. Девчонки, которых я спасал, вуля-ля-тра-ля-ля, все тоже у них здорово. Все злодеи повержены. Женя Супермен. Биошок. Летсплей закончен. Спасибо за просмотр, смотрите другие летсплеи и всего доброго, друзья. Еще увидимся. Что делать? Я забыл. Отходи, отходи, отходи. Черт, он загорелся. Начинает танцевать, 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 танцевать. Отжигаем, 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 отжигаем. Привет, мои дорогие бро. С вами Баш. И я открываю новый цикл видео по картам из вселенной Hearthstone. The boys from MB.